Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас, короче, жестяковый турнир, ребята, Лига Доминаторов, блин, здесь крепкие ребята, капец, мне только что был последний бой, тут 1800 сила удара, жестяк, я что-то не припоминаю, что был такой жесткий турнир, здесь обычно чуть ли не легендарными можно было сражаться, как бы, в 1%, а тут у меня прям с самого начала там вообще были ребята, начинался турнир с уровня легендарных. Не было такого, что можно было посражаться обычными динозаврами 40 уровня. Я начал, думаю, возьму-ка я простых динозавриков. Один бой, смотрю, мне попадаются противники силы удара 500, а у меня 50. Ну давай, сдаюсь. Давай, думаю, нет, какая-то ерунда, бывают же эти глюки. Давай второй раз. И второй раз мне то же самое подсовывает. Пришлось сражаться, ребятка, покрепче. Так, ну, постримить не получилось, поздно очень пришел. А вот может мы на один, да, 100 боя 4, и мы будем впереди. Так, ну противники у нас жесткие, ребята, жестячковые. Так что давайте сейчас будем вот Индораптора, допустим, возьмем. Давайте вот Сегнича возьмем. Ну вот примерно такого вот уровня противники. Ну и Акроканта. Ну, птерозавр, сигнозух неплохо заменить птерозавр, потому что у него дико большой урон. Так, против нас все хищнички. А, ну Церат такой слабый попался. Блин, жесть, это я только начал записывать, мне какие-то слабые противники начали попадаться. Реально, у меня под 1500 силы удара у противников было только что. Хотя зачем я проатаковал? Блин, надо было насобирать баллов на цератозавре. Тут каких-то несчастных 900 сила удара Троодона. Он как раз сейчас и проатакует. Блин, Сигнозух, конечно, раздает, да? Он и Индоминуса легко порвет. Коричневенький Индоминус, прикольный. На 3. Молодец. Считать умеешь. Ну, тебя съест друзьяка Кархародонтозавра. Акроконтозавр. Так, ну идем дальше, да. На пути к первому месту. Чё-то мы никуда не сдвинулись. Ладно, на следующий раз точно сдвинемся. А маргозаврики... Блин, ну легендарный, ну ладно, 250 баксов вполне себе даже не хуже, чем легендарный набор. Так, вот... Прикол, да? У меня вот реально противники вот такого уровня были. А тут какая-то фигня мне попалась. Ну давайте смотреть. Ну чуть повеселее, да. 1300. Ух ты, я его за один укус пробиваю. А, на 5 очков у меня больше. Блин, но он пристазуха меня там сейчас пробьет. На 2 удара как раз я ему на 2 удара. Но у меня будет 3, и он 3 точно не выдержит. Я его тоже за 2 пробью. Диплозух. Красивый крокодильчик. Блин, черт, у меня 2. Так, а Залмоксис будет бить около 900. Ага, 1100. 900, разогнался я. А почему опять 2? Что-то много раз по 2, как мне кажется, нам давали. А, я его за один удар пробиваю. Прости, мой друг. Прикольный бой получился, очень скоротечный.
Ам-нам-нам. Ничего себе, на четвертое место. Четыре места мы прям проскочили. Ну, может, нам уж... Когда нам попадется, ребятки? Давайте делаем ставки. Через... У нас же каждую неделю идет турнир. И призы попадаются неплохие. Как нам попадется ли нам до конца марта главный приз на турнире? Так, ваш любимый Барионикс. Его подстрахует Птера до Устра. Апчхи, будь здоров. Ну и пусть будет Приатродон. Девятьсот, шестьсот, тысяча, триста. Ну, чё-то, короче, перевелись сильные противники. Меня, говоришь, в Лиге Младенцев противники сильнее попадались. Сюрприз. Эудиморфодон. В принципе, бой идет равный. Ой, это он зря, конечно, слил. Лучше бы подменился. 2-2-2. Пробьет, не пробьет. На один всего лишь атакует. Блин, ну я атакую, опять у нас, короче, быстрый бой, потому что Метриолонг слабый. Он вообще там с трудом пробьет Барионикса. 6-4, 24. 6-3 хватит, может, с бонусом и хватит. Хватило. В притирочку. Прикольно, против нас женщина в возрасте играет. Так. О, так мы уже в следующем бою можем перейти на первое место. Очень рядом, ребята, очень рядом. Но не то. Не туда. Процерат, Птер и Конковинатор. Кархара, Дентозавр, как говорится в Jurassic World Alive. А, надо защищаться. Но, в принципе, у него там две амфибии, а у меня идет Птер. Отлично. Дело плохо. Но все отлично. Мы знаем, на что способен Стопозавр. Он может пачками ложить хищников. Жаль, 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 что за один удар мы не справляемся. Он должен подмениться на Стигича. Надо было один поставить в защиту. Ой, какой слабый нундагозавр. Давай, атакуй на два. Хотя, не. Ну вот, если я его пробиваю, мы победили. А я его пробиваю по любасу. Вот и все. Нундагозавр слабоват. На три, конечно. Не, на четыре, правильно. У меня один балл был.
И победа. Первое место нам уже дадут, не дадут. Да, первое место, ребятки. Так, посмотрим, сколько там на самом деле нас отделяет от последнего места. А то помните, как у меня было с гигантофией. Я чуть не профукал. 100 баксов, ребята, блин. Я просто разбогател. Чтобы мне YouTube платил каждый день 100 баксов, блин, я был бы счастлив. О, тут дофигища. Как-то очень странно. Смотрите, первые 100 человек имеют 900 тысяч всего лишь очков набрали. То есть, капец. То есть, все остальных там сколько у нас лиг? 3 или 4 лиги внизу. То есть, набрали, короче, мало баллов получается. Очень мало очков. Короткий турнир. То есть, как бы, странно как-то. Ну, у нас большой запас, давайте сделаем еще последний бой. Последний бой сделаем. Давай, может, Сегнича какого-то взять. Кого взять по центру? И Аламбию вашу любимую. Да, здесь один Индораптор, наверное, все может порешать. Ну давай, сильнейший противник нам попадись. 1700-800. Ну все таки дохлые, а? Идите, учитесь в лиге младенцев. Там более сильные противники попадаются. Минус. Подмена. Очень даже зря. Я его за один удар пробиваю, ё-моё. Давайте Иоламби вызовем. Чё-то я не замечал у нее такого нароста на носу. А, молодец, решил не затягивать. Но мы все равно тебя принесем в жертву Индоминусу. Так, ну, у нас, в общем-то, гигантский запас. Сколько там до конца турнира остается? Сейчас глянем. Завтра заканчивается, ну, в понедельник. То бишь, сегодня, скорее всего, для вас. Ну, и так, бифштекс нам попался. Блин, а я искал картинку, вот это вот, как выглядит кусок мяса, когда рисовал вот эту картинку по Великий Шинкователь, когда тиранозавра шинковал, блин, не мог найти вот этот кусок мяса изображенного, блин. Так, осталось 22 часа, то есть одни сутки, в конце понедельника оно дело закончится, может даже я еще буду снимать какую-то серию, и мы с вами в прямом эфире, скажем так, ну, в записи это все получим. А на этом все, до скорых встреч!